Сегодня в первом чтении рассматриваем, уверен, с большими шансами на принятие, законопроект ЛДПР в защиту обманутых дольщиков. Под ним подписались и депутаты других наших фракций. Суть корректировки налогового законодательства. Сейчас при банкротстве застройщика частному инвестору полагается компенсация, и по закону она не облагается налогами. Однако в ряде наших регионов компенсацию выдают, например, не деньгами, а как-то иначе, как правило, квартирами в другом строящемся доме. И вот за нее уже приходится платить подоходный налог. Уход от законодательной нормы – это несправедливо, нечестно. Человека мало того, что в принципе обманули, а государство еще де-факто вынуждает его доплачивать за то, чтобы восстановить его в правах. Законопроект эту неточность устраняет.